Всем привет! Сегодня мы обсудим топ-10 ракеток в настольном теннисе. Сразу же сделаю примечание о том, что ракетки профессионалов обычно состоят из нескольких частей основания и две накладки. В качестве примера ракетки профессионала можете посмотреть видео про ракетку Малонга. Также отмечу, что ракетка является одним из важных элементов игры в настольный теннис, важнее только опыт и мастерство. Поэтому не советую никому брать ракетку дешевле 500 рублей, потому что играть фанерой с двумя кусками цветной бумаги не то что неудобно, а больно. В моральном плане. От игры надо получать удовольствие, а с плохой ракеткой это вряд ли получится сделать. В общем, я думаю, посыл вы поняли. А да, кстати, если вас что-то удивит в этом топ и вызовет недоумение, то не пишите комментарий по типу «Видя дерьмо», пишите, почему оно дерьмо. Только тогда нас ждет процветание. Дисайместа. Ракетка для настольного тенниса Startline Level 400. Наверное, фирма Startline известна всем, кто когда-либо играл в настольный теннис. Основание 5, слойная из прочной фанеры, 6 мм. Накладка Topinner G шипами внутрь. Губка 1,9 мм, технология симметрии Symmetrical Microcellular Fine Technology. Благодаря применению симметричного мелкопористого пенопласта, ракетка отличается эластичностью, легкостью и хорошим энергопоглощением. 9 место. Ракетка для настольного тенниса Atime 900 CV. Ракетки и наборы линии тренинг подойдут активным игрокам. Благодаря губке толщиной 1,5 – 1,8 мм. Основание изготовлено из пятислойной фанеры северных пород дерева. Уникальность этих ракеток в использовании новой технологии производства оснований АП-системы дополнительной мощности, придающей ракетке превосходные игровые характеристики. Основание из 5 слоев скандинавской древесины вместе с губкой 1,8 мм. 8 место. Ракетка Крафла Тренинг 1000. Основание выполнено из 7 слойной фанеры толщиной 6,5 мм. Толщина губки составляет 1,8 мм, а рукоятка вогнутой формы подойдет любому пользователю. Вес ракетки 170 грамм, ракетка идеально подойдет для начинающих игроков. 7 место. Одна из самых дорогих ракеток в этом топе Atime Pro 2000 Amp. Основание ракеток линии ProLine изготовлено из 5 слойной фанеры экзотических пород дерева лимба, абаши и осины. Уникальность этих ракеток в использовании новой технологии производства оснований EPS. Система дополнительной мощности, придающей ракетке превосходные игровые характеристики. Гибкость основанию придает особая конструкция ручки, которая действует как пружина с обеих сторон, делая основание более мощным. Также этим достигается улучшенный контроль мяча. Ракетки линии ProLine предназначены для профессиональной игры в атакующем стиле. Основание ProBlitz, лимба Акажу Абаша. Накладка Competition Rubber All Plus. Гука 2,2 мм. 6 место. Ракетка Butterfly Timo Ball Black. Эта ракетка подойдет идеально для любителей тенниса. Материал основания ракетки дерево. Поверхность накладки губка. Толщина губки 1,8. 5 место. Ракетка Donic Childcroft Oldner 600 PLS. Ракетка для настольного тенниса из серии Oldner от компании Donic Childcroft. Посвящена Джен О. Олднер, легендарному игроку Donic и многократному чемпиону мира. Идеально подойдет для универсальной игры All-Round. Обладает хорошим вращением и контролем для знакомства со всеми игровыми техниками. Основание ракетки собранное из 5 слоев, накладка толщиной 1,8 мм. Успешно сочетает в себе как жесткость, так и необходимую податливость при подаче. 4 место. Ракетка Butterfly Timo Ball. Опять же ракетка Timo Ball, но в этот раз ракетка для настольного тенниса Butterfly Timo Ball. Платин позволяет разнообразить игру с помощью вращений, подставок и встречных контрударов. Накладка PENCA с губкой 1,8 мм упакована в блистер. Материал основания ракетки дерево. Поверхность накладки губка. Толщина губки 1,8. 3 место. Ракетка Крафла Тренинг 1000 грамм. Мне посчастливилось играть этой ракеткой и с уверенностью скажу, что это удобнейшая ракетка с превосходным чувством мячика. Эта ракетка идеальна для любителей и полупрофессионалов. Основание выполнено из 7 слойной фанеры толщиной 6,5 мм. Толщина губки составляет 1,8
3,8 мм, а рукоятка вогнутой формы подойдет любому пользователю. Вес ракетки 170 г. Второе место. Ракетка Butterfly с HungJack ZGX6. На данный момент она занимает первое место по рейтингу в онлайн-магазине Озон. Высокоскоростная ракетка с HungJack ZGX6 для технически продвинутых игроков. Наладка у Экоба с губкой 2,0 мм. В ручке основания расположен стержень, поглощающий вибрацию при ударе. Упакована в блистер. Материал основания ракетки – дерево. Поверхность накладки губка. Толщина губки 2. И первое место занимает довольно дорогая ракетка за целых 8000 российских рублей. Ракетка Атиме про 5000 ан. Ракетки линии ICU Line – это уникальные ракетки, изготовленные по высшим экологическим стандартам из натуральной неокрашенной экзотической древесины дерева бальса и карбона. Она в 7 раз легче обычной древесины и в 2 раза легче пробки вес 120 ГР на ДМ-3. Благодаря применению в ручке ракетки технологии BBA-система наилучшей сбалансированности. Центр тяжести ракетки смещается ближе к середине игровой зоны, что значительно ускоряет удар. Особый вид легкой и упругой. Губки с микропорами увеличивают катапультирующие в резиновой накладке. Основание проблеет бальса-карбон. Накладка Competition Rubber Off Plus. Гука 2. 3 мм вообще пипец какая туповая ракетка, но и цена ее тоже не маленькая. Итак, на этом все. Я уверен, что у тебя есть вопросы к этому топу, поэтому смело пиши их в комментариях. Все комментарии я читаю. Также не забудь подписаться на канал, если тебе понравилось видео, в том числе монтаж или голос. Всем хорошей недели. Всем пока.